И всем привет, ребят, с вами я, Дракстрим. И сегодня мы будем играть в игру Cross Royale Chicken. Эта игра, надо вот так вот переходить, и чтобы не сбило кто-нибудь, блин, банан случайно. Вот, короче, игра понятна. Уровень тут, ну, конец там практически, может, там и есть, я не помню. Так, проходим. Тут, если мы попадем в кого-нибудь, нас собьет просто. И, блин, вот как я сейчас сделал, я просто тупанул. Окей. Теперь можно... Это что такое? Так, ребятки. Спасибо. Так, теперь начинаем. Опа. Вот так вот завернем, чтобы удобнее было. Вот так вот делаем. Идем. И сейчас просто вот так вот перескакиваем. Блин. Ну, это очень сложно. Так. Опа. Бог, меня не забил этот поезд. Ё-моё. Колодец мешает. Опа. Тут полиция. Так. Идем дальше. Окей. Да блин, вот тут сложно. Это вообще капец. Почему там так много машин? Так. Меня убили. Это капец полный просто. Так, ладно. Опа. Боже, не убивайте меня, только не убивайте. Так, ладно, идем дальше. Фух, чуть больно сбил. Так, нормально. Так, идем. Уже только не убивайте. Ахахаха! Ой, это капец так тупой. Просто курочка запаркурилась. А, как же это тупо было с одной стороны. Да блин. Реклам тут очень много бесит. Вот, это вообще тупо было. Ладно, идем дальше. Я просто паркурю на и машина. Смотри. Давай, проезжай. Поезд. Так. Быстрее. О, это было сложно. Ай, блин, вот этот цветок помешался. Я в цветок жить веду. Так, осторожно. Осторожненько. Проезжайте. Я прохожу, а вы проезжайте. Три сразу поезда. Я не рассчитал расстояние. Опять меня сбило. Блин. Бесит иногда. Типа вы долго доходите, типа вот это. И все. Не, ну тут элементы машин все есть. Я бы этой игре поставил, вот как минимум. Ну где-то, ну прям, если можно было бы без интернета и скучно, ну можно сказать, 5 звезд можно поставить. Но если ты с интернетом играешь, 4.5. Ну, короче, я вот с этой игры ставлю 5 звезды. Короче, 5 звездочек, потому что 5 звездочек, тут все доделано, все прям как но я не смог запаркурить. И вот. В Майнкрафте это, знаете, как были? Это жители как едут на невидимых машинах. И типа вы, типа, можно сказать, как вы курица, и у вас, если они доедут до вас и собьют, то это все конец. А тут финишев есть или нет, я не понимаю. Окей, продолжаем. Вот так вот паркурим. Теперь вот так вот идем.
Вы меня очень сильно. Как вам нельзя пропустить курочку? Потому что это пешеходный переход, это все сделано. А вы не пропускаете. Чё бибикаешь? Чё бикнул там? Я понял, меня смыло. Капец, меня смыло. Вообще просто. Ну она паркурщица. Вот это. Ай, прыгай. Ну, она. Сюда. Теперь. Ах ты, да ты собака. Тупой ястреб херов. Он меня уже в начале ролика убил и еще в одном. Что я типа долго стою, он убивает ястреб. Типа. Вот из-за чего. Да ё-моё. Ну как тут пройти, объясните. Опа, опа. Опа. Нифига какая здоровая дорожка. Да я, блин, ну там, блин, машина сразу. Вы дайте мне хотя бы пропустить это. Да вы надоели. Так, продолжай. Сейчас мы будем доигрывать. Или как-то там еще что-то. Так, быстрее, быстрее. Окей, проходим. Да, ё-моё, почему ты не запаркурила? Ты могла запаркурить. Я не помню, почему она могла запаркурить, но она могла же запаркурить. Так, тихо. Опа, забираем эту чекинг. Что-то или типа этого. Опа, проехал. Ой, ё-моё, ну это вообще было сложно. Это возможно как-то, но сложно пройти. Ладно, ребята, если вам понравилась эта игра, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Экстра Экстрим, всем удачи, всем спасибо и всем пока.